Харьковская конструкторская группа машиностроения имени Александра Александровича Морозова представляет бронированную плавающую машину колесного типа бронетранспортер БТР-3. БТР-3 предназначен для транспортировки и поддержания огнем пехотного отделения, как в обычных боевых условиях, так и в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности в широком диапазоне температур. Шасси БТР-3 по желанию заказчика комплектуется либо автоматической трансмиссией и двигателем мощностью 326 лошадиных сил, либо механической трансмиссией с двигателем мощностью 300 лошадиных сил. В зависимости от типа установленных двигателей и трансмиссии, бронетранспортер БТР-3 передвигается по шоссе с максимальной скоростью от 80 до 100 км в час, с запасом хода по топливу при движении по шоссе 600 км, при движении по пересеченной местности 360 км. Все 8 колес БТР-3 являются ведущими, что обеспечивает высокую проходимость, маневренность и дополнительное ускорение при движении по воде. БТР-3 форсирует водные преграды неограниченной ширины, с максимальной скоростью движения на плаву до 8 км в час. С целью достижения максимальной скорости при движении по воде на БТР-3 применяется водометный движитель. Бронетранспортер БТР-3 преодолевает подъемы с крутизной до 30 градусов, стенку высотой до полуметра и ров шириной до 2 метров, а также передвигается по участкам местности с углом крена до 25 градусов. Десантный отсек машины позволяет производить высадку и посадку десанта в составе 6 пехотинцев при стоящей машине в движении и на плаву. БТР-3 комплектуется одной из башенных установок модульного типа, таких как боевой модуль «Шквал», боевой модуль «Гром», боевой модуль «БАУ-23-2». Перечисленные боевые модули обеспечивают эффективную огневую поддержку действий пехотного отделения днем, ночью, а также в сложных метеоусловиях. Боевой модуль «Шквал» комплектуется автоматической пушкой КБА-2 калибра 30 мм, автоматическим гранатометом АГС-17, пулеметом ПКТ, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Боевой модуль «Гром» создан на основе принципа выноса вооружения за пределы обитаемого отсека. Боевой модуль «Гром» комплектуется вооружением, аналогичным модулю «Шквал». Третий вариант боевого модуля, устанавливаемого на БТР – модуль БАУ-23-2. Комплектуется более скорострельной спаренной пушкой с высокой кучностью стрельбы. На боевой модуль БАУ-23-2 устанавливается спаренная автоматическая пушка 2А7М калибра 23 мм и пулемет ПКТ. БТР-3 эффективно борется с воздушными дозвуковыми целями, летящими на высотах до 2500 метров. Боевые модули обеспечивают постановку дымовой завесы. В дополнение к основному вооружению, десант может вести огонь через герметизированные бойницы из личного оружия. На шасси БТР-3 могут быть созданы ремонтно-эвакуационные машины, машины для перевозки раненых, машины управления и разведки. Для обеспечения комфортных условий для экипажа и десанта в условиях жаркого климата, БТР-3 может комплектоваться кондиционером. Тип, устанавливаемого на БТР-3 боевого модуля, двигателя и трансмиссии, определяется требованиями заказчика. Масса снаряженной машины в разных комплектациях не превышает 16,7 тонн. Сочетание надежности, подвижности, защищенности, большой огневой мощи и вместительного десантного отсека позволяет эффективно применять БТР-3 в современных армиях.